այցելել ես, հրկություն ես պարգևել, քո գրկում եմ ես գտել խաղաղություն։ Եվ ամեն բանի համար շնորհակալ եմ անսահման, ես իմ սիրտը նվիրում եմ միայն քեզ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, когда мы можем ощутить плечо друг друга. В одном христианском псалме мы поем. Я уже много раз в Армении. И что там? Аминь.
И дьявол, человек подобный, потому что сегодня освобождал пророческое слово. Ибо он сам говорит: я тебя не оставлю и тебя не покину. Аминь. Ты не от Слова Божия. Ты не от Слова Божия. Так будет. Так будет. И так будет. Бог своих не оставит. Он обязательно вороном черным. Не по закону, вопреки всем логике, всем законам благородным. Не белый ворон будет тебе кормить. Не крутые будут там летать, эти самые орлы. А просто черный ворон. Ничего там белого нету. Душа. Момент, который был у Савла. Когда он был слепой. Когда он ел и не пил. Когда он был избранным сосудом. Вот это получил свидетельство. Он молился. Но как бы чешуя.